Ага. Здорово! Витёк здесь, я пришел сегодня играть в Аманду, путешественницу 2. Видите, червячком написано двоечка. Это уже не демка, это уже полная версия вышла. Вот буквально сейчас она вышла, и ну как, ну сегодня. Видео выйдет, конечно, чуть попозже, чем сегодня, но вот играю прям свежачок. О боже мой, что там за кишка была какая-то непонятная. Долго где-то. В общем, жму кнопку старт, здесь только английский язык есть в игре. Так что стараемся, переводим. Загрузка. Опа-на. Так, человек. Фигура в маске. Ты Райли, не так ли? Мы с Кейт были очень близки. Она так много говорила о тебе. Она... Вздыхает. Она действительно гордилась тобой. Я думаю, вы видели кое-что из того, над чем она работала. Давай, нам нужно выбираться отсюда. Я знаю место, где ты можешь немного отдохнуть, и тогда там поговорим. Окей. Оно разговаривает. Ой. Ой, страшно. Эй, надеюсь, тебе удалось немного поспать. Знаешь, я тут подумала, мы должны отправиться в... Ты можешь рассказать мне, что произошло по дороге. Куда отправиться-то? Боже, это ужасно. Слишком быстро субтитры гаснут. Я действительно надеюсь, что мы найдем ответы на некоторые вопросы в кабинете Кейт. Кинсдейл Паблик Лайбрери. В библиотеку публичную приехали Кинсдейла. Давай, пошевеливайся. А, вот почему я в демке в библиотеке был. Ладно, давай посмотрим, сработает ли связка ключей твоей тети. Давай, тетя, мочи. Может, она домушница? Такая. Сказал, что у нее ключи, на самом деле, отмычечка такая. Так, поработала. Слушай, там что-то есть. Ее привлекают записи, и она очень опасна. Кого ее? Пожалуйста, будь осторожен. Я знаю, это прозвучит как паранойя, но после всего, что произошло, нам нужно быть осторожными. Мы можем подключиться к ним по зашифрованному каналу. Пойди посмотри, что можно найти в кабинете Кейт, а я посторожу снаружи. Я позвоню тебе по двустороннему телефону, если что-нибудь прояснится. Что такое двусторонний телефон, я не знаю. Так, что за звук страшный? Вот мы снова в библиотеке. Так, я могу ходить, я могу бегать. Я не могу выйти. Воу-воу-воу-воу-воу! Прикольный такой указатель посередине, ребят. Я не могу им шевелить, я просто им... Ух ты, я могу крутить. У-у-у, давай, раскручивай. You spin me right round, baby. Ладно. Итак, что ты хочешь от меня? Ну, тема с книгами какая-то была у нас, помните? Так, будем читать. Привет, Маргарет. Я нашел, какая разница? Нашел странную кассету в отделе возврата книг. Сам я не заглядывал в третью книгу, но надеялся, что вы сможете взглянуть на некоторые... А, это София пишет, значит, это она. Взглянуть на некоторые из них. Мне сказали, что в некоторых из них были внесены изменения. Это уже пятая книга на этой неделе. Я отложила их для вас, но думаю, новичок случайно положил их обратно в библиотеку, не посмотрев. Мне неприятно спрашивать. Но, может быть, вы сможете их найти. Там должна быть история, которая поможет вам их найти. Так, не оставайся слишком надолго. Так, ладно, 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 все понятно. Буквирм. Так, привет, твой персональный ассистент. А где, я не помню, как мы там как-то искали, какие книги в демке, мы искали, какие книги были задержаны... Вот, ЖП. Что тут еще можно понажимать? Ого, тут сейф. А, собственно, в том сейфе у нас и пароль к нему мы и ищем. Ладно, пошли смотреть, что тут у нас есть. О, о, о.
О, какая-то раскрасочка вылезла, да? Туалет. Туалет не пускают. Понял. Книга. Открываю. Ничего нету. Бросаю. Что нужно найти все книги, которые плохие. Опа! DS0. В нулевой степени. Или что это? Ошибка. Книга повреждена. Непонятно. Ищем дальше. Give me the book. Опа. Ой, извините. Так. Так, ладно, это нужная книга. Откладываем. Что еще у нас тут есть? Так, тут ничего интересного. Ничего. Так, так, так. Опа, еще книжечка. Иди сюда. Так, это что-то с паролем тройка на конце. Тоже пригодится, сразу откладываем. О, книжка, смотри, какая-то. Вот она. Я нашел книжку недостающую. Я все сижу, пытаюсь взломать код. Единица все-таки. Значит, единичка наш пароль. Все, значит, 1053 или 1530. 50, 13. Нет, не под... А! 50-13 подошла. Ох, так. Кто это делает? Кто-то из унитаза ко мне прорваться хочет? В общем, циферки понял, тройку понял, что в конце. Кто не сдал книжки сегодня в Господи. Библиотеку? Чё ты меня так пугаешь, а? Ёлки-палки, это было страшно. Чё-то я недопонял в этом моменте. Ладно, наконец-то мы добыли кассету. А можно вот эту кассету тоже как-то добыть? Разбить, может быть, как-то вот этот вот стеклянный куб? Здесь какие-то более очевидные загадки будут в следующий раз. Но с цифрами-то понятно было. Так, а что, сюда надо кассету класть или сюда вставлять? Оп, вставляю. Так, смотрим. Amanda the Adventurer. Привет, друзья, я Аманда. Ты когда-нибудь хотел уехать далеко, далеко? Well, we can. Но мы теперь можем. По крайней мере, в нашем воображении мы можем. С моим волшебным поездом. Если бы вы могли навестить кого угодно в мире, кого вы бы хотели увидеть? Я должен написать Аманда, наверное, да? Давай напишем типа, Витёк. Плей. Смотри, прям под меня. Это весело, говорит, звучит. Я люблю мечтать наяву обо всех этих чистых местах. Что? Подумай обо всех тех местах, куда мы могли бы пойти. Давай спланируем путешествие. Я сфотографировал все места, которые хочу посетить. А что, мы поехали к Витьку Плею? Но... О, здесь так темно. Может мне раздвинуть занавеску и включить лампу? Ну, давай. Или я должен нажать? А, что я должен сделать? Занавеску, конечно. Что это был за звук? О, так-то намного лучше. А теперь давай спланируем поездку. Сегодня я хочу побывать в трех местах на моем волшебном поезде. Во-первых, я хочу увидеть Эйфелеву башню. Где я могу это сделать? Ну где-где? Вот здесь вот. Сначала мы поедем в Париж на волшебном поезде. Мне кажется, что билет... В Париж стоит всего две монеты. Так, давай посмотрим, что у нас там есть в копилке. Как лучше всего раскрыть эту копилочку? Я могу выдернуть вилку из розетки, что? Или я могу разбить ее вдребезги? Так, а как вынуть или разбить? А как? Что? Ты не веселый. Пуньк. Взяла, разбила все равно. Молодец, Аманда.
Давай посчитаем их вместе. Один, два, три, четыре, пять. У меня пять монет. Это больше, чем нам нужно для первой остановки. Нам просто нужно забрать две монеты. Так. Забрала. Следующее место, куда я хочу съездить, оно заставляет меня думать о дочери, о твоей дочери Гретхен. Что? О твоей подруге Гретхен. Давай, так. И куда мы хотим? В Египет? Давай в Мексико-Сити поедем. Да ладно, в Египет хочу. А я когда поеду в Египет? Билет в Мехико на моем волшебном поезде стоит 3 монеты. В любом случае, этот билет стоит 3 монеты. Так что давай возьмем все, что у нас есть. Я в Египет хотел. О, это все наши монеты. У меня все еще есть одно место, которое я хочу посетить. Нам нужно еще немного денег. Что мы собираемся делать? Я могу продать одну из этих игрушек. Кого же нужно продать? Что стоит дороже? Мне кажется, петушок самый классный здесь. Давай продадим веселого мистера петушка. Кто-то дал мне это, когда мне было очень плохо и страшно. И это заставило меня рассмеяться. Я надеюсь, он сможет рассмешить кого-нибудь еще. Какая милота. О, петушок дал нам монеток. О, у меня получилось 3 монеты от мистера петушка. Хорошо, а давай посмотрим, сколько стоит наш следующий пункт назначения. Я люблю историю. Так. Джек, а тебе не хватит про Джека и Энрипера. Где, говорит, про Джека Потрошителя я могу узнать? Ну точно не в Египте, а вот здесь. Но здесь 4 бакса нужно, ребят. И что же нам делать? Мы едем в Лондон! Из The Capital of Great Britain. Но билет в Лондон стоит 4 монеты, а у меня только 3. Я не знаю, где взять еще монет для моей поездки. Таким же успехом я могла бы вообще никуда не ехать. Погоди-ка минутку. У меня есть монетка в кармане. Теперь мне достаточно. Этого хватит на нашу пас... Нет, уходи! Убирайся отсюда! Мочи ее! Что это за енот потаскун? Ой, полоскун. Крыса какая-то. Что за фигня это такая была? Он собирался забрать мои монеты. Хорошо, все 4 все еще здесь. Давай посчитаем, за сколько нам нужно заплатить. 1, 2, 3, 4. Ой, пришло время поймать поезд. Давай, ловим поезд. Так, денежку отложила. Села. Поехала! Классно. Это весело, я так понимаю. Но я действительно хотел бы посмотреть мир. Кассета такая, плюх. О, копилка. Откуда она здесь? А если кинуть в нее кассету, она разобьется? На. О, нужно 10 монет положить туда. То есть я должен сейчас 10 монет найти, что ли? Я правильно понимаю? Пуговица — это монета? Копилку потом сюда надо поставить. Понял. Так, давай берем копилку с собой, пошли монеты искать. Монеты. Так, может, ты мне распечатаешь монету? О! Смотри, он пишет, что хрюшку надо положить к телевизору. Это логично. А на хрюшке написано «ззззз». Она спит. Нужно усыпить хрюшку.
Так, я могу проматывать. Теперь. If you could visit anyone in the world, who would you go see? Yeah, if you could find him. Кого хочешь посетить? Вули говорит, да, если ты только сможешь его найти. Прикольно. Давай лампу включим в этот раз. Лампу. Так, включаем лампу. О, снизу, снизу, смотри. Крыса какая-то. Now let's plan that trip. There are three places I want to go on my magic train today. Так. Деньги. Я не могу их пока подбирать. Может, надо у нее с руки собирать деньги? Let's count them together. Стоять. Пауза. И чего? One, two. Я не могу их собрать, погоди. А что делать-то? Ну, Хрюшка, ну подскажи, блин, что делать-то, алло. Как циферки на хрюшки менять? Three, four, five. I have five coins. That's... Стоп. А-а-а, из видео. Из видео, ребята, смотри, не надо их отбирать, просто из видео нужно... А, погоди, я должен в нужный момент снять, чтобы хрюшки не засчиталось, да? Она же сейчас будет убирать монеты. О, минус две. Смотрим на хрюшку. На ней осталось пять, отлично. Все, я понял. Продаем. Мистер Рустер продан. Так, у нас уже восемь монет. А, и теперь мы хотим в Лондон, но у нас денег не хватает. 9 из 10 стало. Так. Ничего. Ага. Он на нее напал и отожрал что-то. Так, и что будет? Нет, нет, нет. Он съел одну из моих монет. No! Блин, надо было убрать, да? Я хочу поехать в путешествие. Где я теперь могу найти еще монет? Где? В диване? О, ты умный, говорит. Всегда что-то, говорит, застревает в подушках. Плюс три. 11. Это слишком много. Так. Минус 4. Пора, говорит, на поезд. Так, значит, в подушках плюс 3. Значит, мне нужно потратиться на первый визит в Париж. Да? А потом все избегать и только собирать. Ага, я понял. Все. Ран. Вау. Our next stop is... What's so fu- We're going... Свинья смотрит на меня с презрением. Давай подушки юзай. Так, 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 давай, давай, давай. Хоп, все отлично. Есть свинья. Что дальше делать?
не разбивается. Вот у меня свинья 10 из 10. Куда ее засунуть? Может быть, надо, чтобы кассета выплюнулась сначала? Так. Так, а теперь свинью возвращаем. Все, свинья 10 из 10, смотрим, что будет дальше. Так. Что-то изменится в этой сцене? Из-за того, что на хрюшке 10 из 10. Так, это весело, я думаю, но я действительно хотел бы посмотреть мир. Опа! Она звенит. А! Боже! Черт, страшно. Так, нам дали еще одну кассету. Good night. Спокойной ночи. Смотрим. Ух ты ж. Привет, друзья. Я... Зевает. Я Аманда. Ух, уже поздно, говорит. Пора готовиться ко сну. Думаю, я соберусь сама. Эй, погоди. Ты можешь помочь мне? Прежде чем я смогу лечь спать, мне нужно убрать свои игрушки. Она как-то мне сказала, что всегда приятно начать утро с чистого листа. Давай посмотрим, сколько игрушек нам придется убрать. Ты можешь их сосчитать? Так, погоди, давай посчитаем. Раз, два, три, четыре получается, да? Ну, давай напишем четыре. А какую же мне игрушку брать первой? Ну, давай вот этого чубрика зеленого. Нифига, 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 там лапа опять это. Так, пора в постель, мой лягушонок. Осталось три игрушки. Давай еще одну уберем. Кубик. Так, Х обозначает нужное место. Отличная работа, говорит. Мы в ударе. Давай вот этого. Отправим его в его дом, перед тем, как охотник отстрелит ему маленькие ушки. Давай, последний баскетбольный мячик. Боинг-боинг-боинг. Это было много работы. Теперь я готова идти спать. Сейчас эта рука вылезет и все раскидает. Нифига себе, глазастые унитазы. Что же мы будем делать сначала? Мы почистим щеткой лицо или умыться? Что? Зубы, а не лицо. А, так. Что сделать? Давай напишем Вули. Это что, действительно, ты так отправляешься в кровать? Давай серьезнее. Ну, я обычно... Я вообще не умываюсь. Нет, я умываюсь. Я умываюсь, потом чищу зубы. Или чищу зубы, потом умываюсь. Нет, я чищу зубы сначала, да? Нет, не так. Okay. Зубы. Хорошо, а с какой же зубной щеткой ты думаешь, я должна это сделать? Синяя, красная, либо розовая, конечно, это твоя. Хороший выбор. Мне нравится лавендер. А теперь ты поможешь мне... Что я помогу? Снять с него маску? С кого? С кого будем маску снимать? С туалета или с ванной, ребят? Не думаю, что она там. А что? Погоди, что мы ищем? А, почему бы тебе... Давай в унитазе, может быть, она лежит. Ты не хочешь, говорит, попробовать вот эту дверку? Да я прикалываюсь, прикалываюсь. О! Как ты сюда попал? Кто ты такой вообще? Уходи! Пожалуйста, немного помощи. Не, я не буду помогать в этот раз тоже. Опа, он утопил ее. Нет! Он сожрал ее пасту? Ну вот, теперь мои зубы сгниют насмерть.
Спасибо большое. Ну ладно, буду, говорит, лицо свое умывать. Хотя, говорит, в чем, какой в этом смысл? Ну, кажется, я готова. Пора надевать пижамку и... Какую же пижамку мне надеть сегодня? Грустное облачко, счастливый смайлик или клубничку давай. Хотите клубничку с Амандой? Ночью становится ужасно одиноко. Это заставляет меня задуматься о том, что произойдет. О вещах, о которых все время думают войны клонов, о которых вы думаете. Какие еще войны клонов, господи. Я даже не уверена, что это реально. Но я думаю, у нас были небольшие проблемы ночью, верно? Чего ты боишься? Чего я боюсь? Чего я боюсь, ребят? Давай монстр. Давай ведь Каплея бояться. О, это реально страшно звучит. Держу пари, ты сейчас пробуешь счеты без подбородка 3. Не так ли? Я не знаю, что это такое. Я, говорит, постараюсь быть большой девочкой и поспать с выключенным светом. Но это заставляет меня чувствовать себя одной. Так, а что ты, Пожалуйста, возвращайся быстрее. Что-то там какой-то трешак про свет был. Я уже вернулся. Долли, ты все еще там, на страже? Okay. Хорошо. Спокойной ночи. Минус Долли. А что я должен сделать? Ужастики приснились. Так, пока непонятно. Во-первых, я мог помочь ей с зубной пастой. Во-вторых, что-то нужно, возможно, было сделать, когда свет выключился. Пойдем посмотрим, что принтер скажет. Принтер, что скажешь? Так, какую-то надо задачку решить. Так, давай-ка попробуем все это дело воткнуть. Во-первых, сейчас попробуем... помочь ей с пастой зубной, да? Так, там 4 игрушки было. А, погоди, может быть... я понял. Все, что крестиком, это крестики. Здесь тоже крестик. Крестик, крестик, крестик. Это, наверное, нолик. Крестик еще здесь. Вот оно решение. А и вот здесь еще крестик будет. Вот они все крестики. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот крестики ставятся. Все остальное, видать, нолики. Сейчас попробую. Погоди. Значит, в углу и вот так. Сейчас попробуем. А, крестик, 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 крестик. Вот так вот, по идее. Где? Это вообще пустая. А если она пустая, может, я могу как-то пустой ее сделать? Просто проверяю. Здесь по-прежнему довольно тихо, но нам не стоит задерживаться надолго. Попытайся найти эти записи, хорошо? Что так пугать-то? Смотри, когда с ошибкой написано, все нормально, ну, он не звенит. А вот так появляется звук. Трр-тын-дырнг, как будто что-то куда-то упало. Все, вот это правильное решение, я думаю. Так, осталось про одежду. А, это ночнушки, что ли, какие-то? И вот про эту штуку осталось, да, решить? А, еще про питание.
Ладно, пошли посмотрим, что еще на кассете есть. Now I'm all set to get ready for bed. Так, теперь в кровать. Так. What should I do first? Brush my teeth or wash my face? The bathtub or the toilet? Так. Стоп, 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 я нашел решение. Так, водичка, шестерной цветочек, солнышко. Шестерной цветочек, солнышко. Месяц, пятерной цветочек. Так, 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 так. Во, звук. Кассета новая сразу. А, наверное, на этой кассете будет одежда и вот эта штука. Вот оно что. Все. Ну, давай сначала здесь посмотрим, что будет, если... Если защититься от этого чувака, что будет. Кто такой говорит, уходи. Да нажму, жму, жму я на него, жму. На. Ушел. That freak tried to eat my toothpaste. That's disgusting. Отвратительно, говорит. Выплевывает зубную пасту. Time to wash my face. Well, I guess I'm all done in here. Time to put on my PJs and hit the sack. Так, а теперь пижама пошла, да? Which PJs should I wear tonight? Так, а что с выключенным светом it делать? It gets awfully lonely in here at night. It makes me think about what's about things I really don't want to think about. I'm not even sure what's real. Я даже не знаю, что реально. But I guess we all get a little scared at night, right? What are you afraid of? А чё ты, говорит, боишься? Аманду, меня? You really think I'm ты чё, реально scary? Думаешь, что я такая пугающая? Thinking about something you're afraid of can give you nightmares. Размышления о какой... Так, так, так. Nice. I try to be a big girl and sleep with the lights off, but it makes me feel so alone. What так, do где you свет-то? Свет should вырубай. I turn off the lamp and be a big girl? Должна я, говорит, выключить лампу и быть большой девочкой. Или, может быть... Please hurry back soon. Давай сходим посмотрим, что тут вообще есть. Что-то я могу включить? Может, какого-нибудь монстра найду? Нет, там продолжение пошло. Я большая девочка, мне не нужен свет. А, вот Nightlight, смотри. Я нашел его. Так, а куда его воткнуть? Так, я могу его как-то ей дать? Я ей включил, смотри, в розетку. Спасибо, спокойной ночи, Райли. О, как! Смотри, мощно как. Я нашел ночной свет и дал ей посмотреть. Так, шла вон кассета. Ну давай, наверное, вот эту кассету еще бахнем. Привет, я Аманда. А я Вули. Клёво, Вули вернулся. Я не хочу, чтобы ты здесь был. Неужели ты это не понимаешь? Ну, Аманда, я же твой лучший друг. Мой лучший друг? То, что ты делаешь, это заряжаешь в мою... Да, я Аманда, говорит, а я Вули. Сегодня мы работаем над совершенно особенным проектом. KND 97.
А куда делся, как его, ящик? Я его не дорешал. Нормально у вас тут все? О. Ну это не вижу, не слышу, не говорю, да, обезьяны? Видать, ящик еще как-то можно решить. Нужно найти решение где-то еще. Так, это проект, который потребует много терпения. Терпение — это очень хорошее качество. И смотрит друг на друга. Стол, конечно, терпение — это очень хорошее качество. Так. Сегодня мы строим скворечник, чтобы во двор приходило больше птиц. Почему мы здесь до восхода солнца? На улице же так темно. Но этот проект займет много времени. Наберись немного терпения, Вули. Ну, я все еще думаю, что нам не помешал бы фонарик. Или что-то в этом роде. Я сейчас во что-нибудь врежусь. Ты можешь вернуться в дом, если хочешь. Тебе не обязательно быть здесь со мной. Что ты построил? Что снимает много терпения? Что? А почему ты вообще это делал? Под столько времени потратил. Ой, мне не терпится увидеть, какие птицы прилетят в гости. Какая твоя любимая птица? Какая любимая птица? Голубь. Я тоже их люблю, он говорит. Давай начнем. Первое, что мы должны сделать, это отрезать куски дерева до нужного размера. И что же нам нужно для этого использовать? Ну ладно. Молоток. Как мы этим отрежем? Четвертка? Давай лучше подумай. Выжгла, смотря на их, сожгла. Видите, остатки остались. Правильно, мы используем пилу, чтобы порезать дерево. Аманда? Аманда, а разве за нами не должны были как кто-то наблюдать, как мы пользуемся инструментами? Ой, спасибо за совет, Вули, а теперь давай нарубим дров. Нам нужно запастись большим терпением, убедиться, что вы все измеряете, прежде чем... Ух ты, это была тяжелая работа. Хорошо, теперь нам нужно сложить кусочки вместе с помощью гвоздей. Какой инструмент мы для этого используем? Да молоток, давай. В смысле? Что это такое? Это пушка, гвозди-пушка. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. О, этот проект занимает много времени. И мы должны делать все очень осторожно. Чему это помогает? Терпение. Давай, у тебя, говорит, получится. А я должен был отнять доску у того опоссума. Так, теперь, говорит, давай красить. Синий, красный, розовый опять. Опять те же самые цвета, ребят. Давай синий. Я люблю синий. Окей, теперь какой инструмент нам использовать, чтобы покрасить скворечник? Ножницами крась. Отличная работа. Нам будет такой классный. Слезь с Вули! Что это? Окей, эта история с терпением заходит слишком далеко. Заставь его уйти. Как я тыкаю в него? Краску отдал. Меня уже по-настоящему тошнит от этого парня. Давай, нарисуем скворечник. Раскрасим, в смысле. Вау, это выглядит великолепно. Теперь нам просто нужно набраться терпения, пока мы ждем птичек, чтобы появиться и воспользоваться домом. Смотри, говорит. Они так прикольно летают. И щебетание такое мирное, тихое.
О, сова? Собака? Еще одно занятие, требующее терпения, это охота. А, это кошка. Смотри, миссис Кот охотится на птиц. Она очень терпелива. Птички, летите. Она очень сблизилась с милыми птичками, Аманда. Может, нам нужно их предупредить? О, котята! Катятся по забору, это так мило. А ты как думаешь? Или позволим мисс Кэт продолжать? Мисс Кэт и ее семья, в конце концов, нужно поесть. Так, я выбираю птичек или... Давай птичек выбираю. Да ладно, ее покормят люди. Вау, Ули, отличная идея, понаблюдать за птицами. Я не имел в виду... И теперь никто не пользуется скворечником. Нам придется сидеть здесь весь день, ожидая, когда они вернутся. Это займет много времени. Не говори это. Терпение! Что это было? Хамилн, следуй за нами, чтобы веселиться. Пляшущая Аманда, пляшущий Вули равно пляшущая обезьянка с рукой с моей. Там было нарисовано, что и Аманда, и Вули в одинаковой позе равно обезьяна с моей мышкой. То есть, когда у них будет одинаковая поза, я должен нажать на обезьяну с этой же позой. Дай денег. Дай мне денег. Все, мне нужно найти такие же позы у всех одинаковые и прожать их. Возле телека не было лампы? Я могу ее включить. Мои глаза. Вот оно что. Окей. See how she stalks them slowly. О! Смотри, он уже взял зародца в себя. Нет, надо еще Аманда, чтобы взяла зарод. Мяу-мяу. Но Аманда себя не берет зарод. Кошка клевая. Во! Взяла, нет? Нет. Упс. Минус птичка. Какая хорошая мама-кот. Ой, меня сейчас вырвет, говорит. Так, давай краску спасать не будем. Что будет? Вот! 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 Момент с краской. Во, момент с краской. Все, отлично. Не надо было спасать. Где-то в какой-то момент он должен сказать, что типа они так... Они поют, и это так мирно и тихо. Так, ждем, пока птицы прилетят. Смотри. Они такие красивые. Так, вот. Тихо и мирно. Во. Бахаем. Может быть, в этот момент надо? Погоди. Во. Поломалось. Все, отлично. Все. А? Эй, Райли, мне кажется, я что-то увидела здесь. Но это произошло слишком быстро. Так, будь начеку, о чем я рассказывал. Будь начеку в поисках той девушки, о которой я вам тебе рассказывал. Нам не нужно сталкиваться с этой тварью. С какой тварью? Так, и что дальше делать? Нужно выходить или что? Или дослушать кассету?
an activity that takes a lot of patience. И вот кошка пришла. Твою налево! Ты чё так пугаешь-то, обезьяна? Это было стрёмно. Ну что ж, это Аманда Путешественница 2. Сделаем большой перерыв. Ставьте лайк этому видео, если вам интересно. Если не интересно, все равно ставьте лайки и пишите в комментариях. У меня что-то не интересно, но все равно приду посмотреть следующую серию. Знаю я ваше неинтересно. Ну, в комментариях, собственно, что-нибудь еще можете написать. Также ищите в описании ссылочку на телегу. Подключайтесь. Всем пока. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти.